Kings News. Утро на Болткоме. И еще раз всем доброе утро. Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Олег Пеков в студии. И вот сразу после олимпийского чемпиона Игоря Вихрова, который принес на Олимпиаде первое золото, у нас еще один чемпион, который победитель. Это латвийская наша певица Яна Клявиня, победительница российского шоу «Ну-ка, все вместе» второго сезона. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот не часто, мне кажется, в каких-то российских огромных проектах, ну, во-первых, принимают участие наши латвийские, ну, я знаю, что там Александр Казаков, «Голос» там отправлялся, но, в принципе, чтобы победить и стать финалистом, это сколько человек вообще участвовало, сколько было в финале и как вообще-то все это происходило? Ну, заявок было очень большое количество, мне кажется, это тысячи, это, представляете, да, когда стартует какой-то новый проект, и даже второй сезон, это все равно еще новый проект, и поэтому очень много людей, но в проект ваш шли около 70 человек, и в финал попали только 17. Вот, и я была одной из финалисток. Поэтому... И, кстати, там была действительно очень такая сложная, мне кажется, конкуренция, потому что были очень сильные исполнители. То есть, ну, мне кажется, всегда приятно, когда побеждаешь именно вот очень действительно ярких и сильных конкурентов. Проект очень-очень-очень музыкальный, и были выбраны лучшие из лучших, это было видно, конечно, но я как... У меня судьба тяжелая музыкальная, скажем так, я всегда в борьбе, я всегда как-то борюсь за свое место, поэтому и я ехала очень даже так настроена на позитив, да, и я себя как-то внутри готовила к тому, что Яночка, выйди просто и сделай красиво, как ты умеешь, да, не перегори, не перестарался, перестарался, как бы, да, и я себя настроила так очень-очень комфортно мне было, очень хорошие были педагоги на проекте, которые говорили мне, боже, говорит, ты впитываешь, говорит, как губка, потому что в Латвии у нас, как все знают, что у нас очень мало педагогов по вокалу, вот, и поэтому, конечно, это очень, ну, это крутое шоу. Это просто безумно крутое шоу. А туда поэтому... попасть вот, например, с латвийским, ведь паспортом гражданки Латвии, да, там берут так? Ну да, это международный проект, и он же, как сказать, он родился же за рубежом. Это, по-моему, американское или шоу, да, и вот Юлия Симачева привезла его в Россию, вот, и очень много, был Грузия, и Израиль, и очень-очень-очень много стран участвовало в этом фестивале. Особенность этого шоу в том, что здесь вот не там 4, условно говоря, человека к тебе должны повернуться, а там сколько? Там сотня, 100, да. 100 человек, можно сказать, в жюри. И вот нужно, чтобы они встали, да, чтобы тогда вот они тем самым дали как бы зеленый свет артисту. Вот что нужно для того, чтобы заставить вскочить вот этих вот маститых артистов? Ой, это вообще, мне кажется, что меня многие спрашивают, как это. Я говорю, нет, это, говорю, выключается память, ты полностью ты погружаешься, как-то, да, получается амнезия какая-то. Ты выходишь, и представляете, перед вами пятиэтажный дом. Просто такая конструкция, и 200 глаз, просто 100 человек, которые полностью относятся к музыкальным каким-то... То есть там нет из каких-то других сфер, там только, нет, только музыканты? Нет, только музыки, да, то есть, и композиторы, и, допустим, авторы, да, поэты какие-то, и педагоги по вокалу, и артисты сами, да, и Глызин были, и все такие люди, которые, ну, ты выходишь и думаешь, боже, обалдеть. И они все смотрят на тебя, как ты двигаешься, как ты поешь, как ты выглядишь. Ты, конечно, это уже потом в программе ты слышишь, как они тебя обсуждают, как, что они про тебя говорят. Это, конечно, очень интересно. Вот это шоу, мне кажется, я желаю этому шоу вот долгие-долгие лета, потому что это, ну, это круто. Но, кстати, ведь обсуждают иногда, бывает достаточно, ну, не только восхваляя, но и там как бы критические какие-то высказываются замечания. Ну, я слышал в адрес там других исполнителей достаточно, ну, жестко. И там, например, если артист повторяет там одну и ту же фишку там несколько раз, то там вот Лазарев как раз сказал, что все замечательно, но вот
ничего нового не было, я вот поэтому не встал. Вот я считаю, что нельзя ехать там только на одной фишке. Вот, то есть вот получается, что надо выслушивать, быть готовым выслушивать, да, выслушивать критику. Конечно, но разные артисты бывают, начинающие, да, скажем так. Я тоже так, начинающий артист на телевидении, поэтому, конечно, нужно... Ну, это, наверное, приходит с опытом, когда ты уже прислушиваешься к таким корифеям музыки, шоу-поп, там, да, и шоу-бизнеса, люди, которые знают все об этом. И, но мне повезло, что у меня ни разу такого прям вот какого-то комментария плохого не было обо мне. Да, единственное, Глызин сказал, что вы очень красивая, но меня этим не удивишь. Uh-huh. Ну, и думаю, ну и хорошо, да, конечно, есть участники, которые, понимаете, когда выходят, это вот был финал, 17 вокалистов, и, конечно, у каждого эксперта музыкального, да, который на стене находится, у него, конечно, есть какой-то любимчик, да, там больше понравился, допустим, Александр Кудинов кому-то, uh-huh. да, больше понравился Нуца Бузаладзе, да, uh-huh. которая, кстати, выиграла у нас новую волну. Да. Когда у нас, да, это просто, конечно, хорошая, очень, очень, очень хорошая певица, и это была, она у меня... Она была практически вот вы да, первое, второе место. Да, она... у нас был вот, да, прям вот как на ринге реально, потому что... Но, и поэтому... Но при этом я заметил, что Нуца, в принципе, сразу, ну, как бы вас поздравила, и, ну, не было, ну, я не знаю, как умел человек держать лицо, и, но было, во всяком случае, видно, что, ну, какая-то такая атмосфера все равно доброжелательности. Да, было, конечно, но многие там писали, что она расстроилась, ну, конечно, расстроилась, uh-huh. да, и многие писали, конечно, что она как-то не так отреагировала, может быть, но она еще молодая. И она еще, конечно, а молодые артисты, они вообще более амбициознее, uh-huh. да, чем мы уже в возрасте. Вот, поэтому, ну, у нее все впереди. И, конечно, я благодарна за то, что она мне уступила. Вот, поэтому, мне может кажется, быть, нужнее что было. Действительно, вот победа еще, к тому и клоню, что с очень сильными соперниками она делает эту победу более еще значимой. Конечно, и как бы... конечно. Это также вот на Украине, угу. на «Голосе», да, когда угу. я попала на «Голос Украины» в 2019 году, я пошла в команду Тины Кароль, и она меня поставила с очень известным уже исполнителем, да, на тот момент в Украине. Это Дэвид Акселерот, угу. да, это Владимир Ткаченко, сколько лет он пел. Но это, по мне, это был на тот момент без пяти минут народный артист Украины, как бы, да, потому что он действительно и поет очень красиво, и все. И я сразу знала, что это мой... Все. Вот. И мне было не стыдно, и я была благодарна Тине, благодарна проекту за то, что они мне дали такого соперника. Что я ушла, допустим, с проекта, да, но я ушла с высоко поднятой головой, и мне было приятно, думаю, ну, когда бы я еще с ним спела, да, грубо говоря. Это для меня было очень-очень важно. Поэтому... Я думаю, что Нуцци тоже, мне кажется... А было ли на этом проекте общение с ведущими, ну вот с теми, там, со звездами, там, с Басковым, с Лазарем, они как бы общаются с, ну, скажем, за кулисами или каким-то общаются, образом? Общаются, да, конечно, они очень устают, uh-huh. потому что это два таких человека... короли поп-музыки, грубо говоря, да, и все хотят, представьте, вся сотня хочет с ними сфотографироваться каждый съемочный день, да, еще участники, там, мы там идем сфотографироваться, но они очень общаются, я, конечно, я всегда из Латвии везу подарки, рижский бальзам, вот, поэтому, конечно, мне посчастливилось пообщаться и с Колей Басковым, и с Сергеем Лазаревым, поэтому очень-очень приятные люди, простые, очень душевные, поэтому, конечно, а для меня вообще, я так все, я еще как ребенок удивляюсь, я увидела, когда Николая Баскова вживую на съемке, мне кажется, радовалась как ребенок, как ребенок, который видел Деда Мороза, да, вот, ну просто боже, как это круто вообще, ну это столько эмоций я получила, конечно, это невероятно. Какие песни исполнялись вот на этом проекте, было ли, ну сейчас мы подойдем к новой песне, но я просто хочу вот узнать, вот насколько вот выбор был, ну, продиктован наставниками или личными возможностями там выбирать песню. Ну, на проекте есть музыкальные, музыкальные, конечно, продюсеры, музыкальные педагоги, которые предлагают варианты песен, да, и я на самом деле очень благодарна им. Я пришла на этот проект,
полностью отдавшись в руки профессионалам. Я когда пришла на первую репетицию, я говорю, делайте со мной что хотите. Вы слышали, как я пою, потому что отбор все равно проходил, допустим, с иностранцами онлайн. Да? Я сидела дома, мы выбирали песню на первый выпуск. Вот. И они, услышав меня, сделали, вот просто выбрали мне песню. Я заходила в кабинет на репетицию, да, и так, Яночка, здравствуйте, здравствуйте. Вот берем вот это и вот это. Я говорю, все, не вопрос. И мне настолько было легко, потому что очень много ребят, которые переживали, не знали, что они будут петь, думают, ой, это мне песня не подходит, это не подходит. А мне, я настолько была просто отпустила ситуацию, и думаю, им виднее, что мне петь. Они слышат, они профессионалы, они столько лет на телевидении, и поэтому, конечно, благодарна за весь репертуар. У меня было, конечно, сомнение насчет песни «Я тебя отвоюю» Игоря Яковлевича Крутого, да, который спел накануне на «Новой волне» Дима Билан, и думаю, ну, и про себя, конечно, я с улыбкой думаю, да, окей, выхожу, думаю, ой, как же справиться, как же, конечно, потому что очень сложная песня, да, но просто все шикарно прошло, это какой-то репертуар прям вот полностью под меня, и я жила в каждой песне, и Леди Гагу, когда мне дали петь, думаю, ну, все, но справилась. Все было как-то все так хорошо, и я считаю, что вот на будущее всем, кто сегодня слушает меня и услышит потом, начинающие вокалисты, кто едет на конкурс, всегда отдавайтесь в руки профессионалам. Они работают на это шоу, они не покажут вас там плохо с какой-то стороны, да, а просто с каждым работают, с каждым репетиция по 2 часа перед съемкой, с каждым человеком, да, на съемке, допустим, 10 вокалистов на какой-то, да, съемочный день. Поэтому всегда надо прислушиваться. Это очень-очень важно. А потом результат. 1 000 000 рублей. Вот что с ним случилось, с этим призом? И вообще, как вмешался вот этот ковид злосчастный во всю эту ситуацию? Ковид, конечно, мне перечеркнул так немножко мой взлет, скажем так, да, потому что очень много программ полетело. Это «Привет, Андрей» у Андрея Малахова, да, это очень хорошая передача. Я очень мечтаю попасть и увидеть Малахова вживую. Вот. Ну, конечно, очень много-много программ, которые могли бы мне помочь еще более развиться, да, более чтобы узнавали и рассказать о своей победе и вообще поговорить в эфире. Но ничего, у меня был, конечно, стресс где-то неделю, я так думаю, ну, что еще могло со мной случиться в этой жизни? Вот, поэтому, конечно, но нашли силы. И как раз, когда началась вся вот эта наша пандемия, мы созвонились с прекрасным композитором московским Олегом Влади, общались очень долго, и он мне обещал написать песню. А кому он уже написал песни, чтобы наши слушатели понимали, все-таки, да, кто это? Да, песню написал он Анне Лорак. Сергею Лазареву, Лободе, да, Баскову, Любе Успенской, Филиппу Киркорову. Но я не знаю, сейчас на самом деле он такой топовый, молодая кровь, как говорится, да, что, ну, действительно, очень хорошие песни, и песня, допустим, Сергея Лазарева «Я не боюсь» уже побила все хит-парады, уже и граммофоны, и все что угодно, потому что, ну, действительно, такие хитовые песни очень, и такое отношение к нему как к композитору, я вижу, что все в социальных сетях мы все там общаемся, как бы, да, вот, и я вижу, как к нему отношение какое, ну, потрясающе, реально. И он потрясающий человек. И когда он мне сказал, что он напишет мне песню, ну, представляете, как у меня... Мне кажется, что всю жизнь вот к этому шла, и мне хотелось, чтобы композитор, известный композитор, обратил на меня внимание. И Олег Влади, кстати, был в «Стене» как музыкальный эксперт. И поэтому, когда он меня услышал, он сказал, что я сразу понял, что я должен тебе написать песню. И у меня такие мурахи. И думаю, боже, это такая вот, это мечта. И мне кажется, что я вот родилась вот только сейчас, когда вот у нас была премьера песни, да, на Ютубе, в социальных сетях, только родилась как артист, потому что вот мне кажется, что вот это вот
только-только все начинается, такая песня, такого композитора, и когда тебя еще в интернете поздравляет Филипп Киркоров, Ани Лорак и Николай Басков с премьерой, да, думаю, боже, я опять как ребенок радуюсь, но это просто вот, может быть, я просто по жизни такой очень благодарный человек и не избалованная вот такими моментами, но это... А вот вопрос, может быть, покажется совершенно, ну, как бы таким непрофессиональным и наивным, и все-таки, вот что значит то, что композитор написал песню? Мы все знаем, что, ну, с одной стороны, вроде бы, вот песню он написал кто-то Диме Билану, а вот вы исполняли ее там, например, на этом конкурсе. Угу. То есть, вот что значит, вот он написал? То есть, получается, песня, она переходит как в собственность, то есть, можно исполнять только вот одному исполнителю, или другие все-таки тоже могут их исполнять? Вот, вот эти все нюансы, которые, может быть, непонятны простому обывателю. Но это лично моя песня. Так. Никому не отдам. Все понятно. Да, да, это и это писалось, это, знаете, как не просто на полочке лежало где-то, да, и думает, а, ну вот, песня там лежит 5 лет, да, пусть поет. Это было написано специально для меня. То есть с учетом особенностей голоса, возможностей... Да, и песня такая, песня наша получилась такая очень легкая для слушателя. Вот, мы, как Олег Влади сказал, мы тихонечко входим в шоу-бизнес, чтобы никого не пугать, чтобы простой слушатель, который будет слушать эту песню, чтобы она была легко ложилась, да, чтобы она нравилась, чтобы она была простая, конечно, про любовь, да, и, но... И как еще у нас был такой момент, что а нужно же ее записывать. И где вообще ее записывать? И где? Вот, конечно, категорически я не хотела записывать в Латвии. Сейчас же можно записать голос и отправить, и все сводят, все делают. Вот. Но, конечно, я всеми путями, всеми силами попала в Москву. Вот, в наше нелегкое время так получилось, что все получилось. То есть, я понимаю, какими партизанскими тропами, да, там. Ну, что да, по-другому никак. Вот, и, конечно, и мне хотелось увидеться с Олегом Влади, не только по телефону, а увидеться с человеком, конечно. И это потрясающий момент, когда композитор в студии, ты поешь, записываешь. Мы очень быстро ее записали, на самом деле, потому что настолько песня любимая, настолько понравилась, настолько про меня. И просто и с Олегом Влади работает потрясающий, как правильно назвать, аранжировщик, да, который просто очень-очень-очень круто пишет. Да, это Павел Поздникин, который очень много аранжировок делает и многим звездам. И, конечно, я тоже, когда была премьера, я ему написала, что я говорю, Паш, спасибо тебе, что ты вложил в нее и свою душу, потому что действительно вот человек делает все от души. Вот каждый звук, каждая какая-то вот там момент, слышно было, что прям вот, ну, просто потрясающие ребята. Вообще, ну, круто. Круто. Это теперь большое нам удовольствие. Только, наверное, остается услышать песню «Не отпускай». Кстати, клип-то будет? Клип будет, обязательно. Мы тогда еще будет повод, я понимаю, нам встретиться. А впереди, я понимаю, участие в следующем сезоне, ну-ка, все вместе уже в качестве судьи. Да, третий сезон будет обязательно, он будет сниматься уже в январе следующего года, уже чуть-чуть осталось. Вот, и да, я как победитель второго сезона, прошлого сезона, да, я буду уже экспертом на стене и уже буду уже понимать, как это все, это, конечно... Мурашки, вот до сих пор мурашки, вот задаете вопросы про шоу, конечно, для меня это еще, это уже вроде как полгода прошло, да, но я смотрю себя в Ютубе, свои видео, и бывает сплакнул, и бывает, что опять мурашки, и иногда даже смотришь на себя и думаешь, такая девочка, молодец, так я рада, что вот до сих пор еще не понимаю, что вот это со мной произошло, потому что действительно, вот возвращаясь к вопросу о латвийских исполнителях, не каждому удавалось, да, где-то победить, и это для меня, конечно, большая честь нашу страну представить. И представляете, как все думают, боже, наконец-то Латвии дали первое место, да, вот в музыкальных каких-то, вот, это очень, конечно, тяжело, но это очень так для меня такая гордость вперед, конечно. Яна Клявини, премьера песни «Не отпускай» в эфире «Радио Болтком». Спасибо большое. Спасибо, и до новых встреч. Спасибо, всем хорошего дня.